Друзья, от этой ужасной истории шокирована Россия. Уже отменены все съемки российского актера Александра Мохова. Вот что с ним произошло сегодня рано утром на самом деле в Подмосковье, в 35 километрах от Москвы. А вы подписывайтесь на наш канал и следите внимательно за нашими новостями. Рано утром родственники на личном автомобиле доставили Александра Мохова в районную больницу. Оказывается, Александр Мохов при сборе грецких орехов упал с дерева. При падении он сильно повредил левую ногу и колено. На данный момент он даже не может встать с кровати. Сейчас решается вопрос о его полной госпитализации в городскую больницу. Уже завтра утром, друзья, вы сможете на нашем канале узнать более подробнее об этой трагедии. Следите за нашими новостями, берегите себя и своих близких.